2 декабря в 19:00 на сцене Нефтекамской государственной филармонии состоится первый сольный концерт аккомпаниатора-концертмейстера, лауреата всероссийских и международных фестивалей Ильяса Гараева под названием «Балалайка-шоу», где талантливый музыкант продемонстрирует вам свое мастерство игры на балалайке. В программу войдут зарубежные, классические, русские, татарские и башкирские народные мелодии. Мы ждем вас, дорогие друзья, 2 декабря в 19:00 в Большом концертном зале Нефтекамской государственной филармонии. Добро пожаловать!